Дополнение. В этом уроке мы поговорим о дополнениях. Чтобы получить к ним доступ, откройте меню Firefox и выберите пункт «Дополнение». Дополнения придают вашему браузеру новые функции или изменяют его внешний вид. Это маленькие приложения, которые устанавливаются в браузер и позволяют вам загружать видеофайлы с YouTube, быстро сохранять свои пароли, проверять почту, переводить страницу на любой язык и так далее. Для браузера Firefox создано огромное количество дополнений. Стоит только поискать, и вы обязательно найдете то, что сделает вашу работу в интернете более удобной и быстрой. Итак, новая вкладка содержит 4 категории слева, область просмотра дополнений в центре, поисковое поле и кнопку инструментов, при помощи которой можно проверить наличие обновлений для всех ваших дополнений, установить дополнение из файла на жестком диске и настроить режим автоматического обновления дополнений. Вкладка «Получить дополнение» позволяет найти новые дополнения в сети и установить их в браузер. На выбор дается несколько популярных дополнений и обоев, при помощи которых можно изменить внешний вид Firefox. Чтобы увидеть больше дополнений, прокрутите страницу вниз и щелкните по ссылке «Обзор всех дополнений» в рубрике «Другие способы настройки». Откроется новая вкладка, и вы попадете на сайт Firefox со всеми дополнениями. Для удобства дополнения разделены по категориям. Для точного поиска используйте поисковое поле. Вы можете выбрать метод сортировки найденных дополнений. Щелкнув по имени дополнения, вы получите его подробное описание, увидите рейтинг и отзывы. Чтобы установить понравившееся дополнение, нажмите кнопку «Добавить Firefox». После загрузки файла появится окно, в котором нужно нажать на кнопку «Установить сейчас». После следующей перезагрузки браузера дополнение начнет работать, а также откроется его домашняя страница. Снова перейдем к управлению дополнениями и выберем вкладку «Расширение». В списке появятся дополнения, которые вы только что установили. При помощи кнопок справа можно изменить настройки дополнения, отключить его или удалить из браузера. Вкладка «Внешний вид» показывает список установленных тем. Темы устанавливаются точно так же, как и дополнения. На вкладке «Плагины» приведен список дополнений технического характера. Плагины обеспечивают работу видеороликов, флеш-анимации, добавляют в браузер новые поисковые системы и так далее. Обычно браузер сам предлагает установить необходимые плагины, например, при первом посещении сайта youtube.com. При помощи ссылки можно проверить актуальность версии плагинов и установить самые последние версии. Научившись изменять внешний вид вашего браузера и придавать ему дополнительные функции, вы полностью изучили новый Firefox 5. Теперь можно смело отправляться в путешествие по просторам интернета.